Показать все разнообразие национальных костюмов, танцев, блюд и обычаев разных народов смогли учащиеся 5 детских дворовых клубов в рамках конкурса «Обетованная земля дружбы». Школьники на казахском языке представили наиболее интересные для них национальности, перевоплотились в индийцев, украинцев, таджиков и даже арабов. Заранее позаботились и о национальной кухне. Их участники приготовили накануне, чтобы члены жюри смогли блюдо продегустировать. Таким образом, конкурс стал своеобразной экскурсией по истории и традициям представителей разных народов. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие как бы расширит кругозор наших ребят. Вот. Ну и, конечно же, это лишний раз, наверное, такой вот хороший веский повод, что вспомнить, что Казахстан – это такая многонациональная страна, в которой дружбе и согласии живут более 100 народностей. И это очень прекрасно, что наши ребята об этом не забывают и помнят.